По благословению настоятеля храма Рождества Христова протоиерея Александра Игнатова вновь возобновляет работу «Школа мам». Занятия будут проходить каждую субботу, на которых специалисты расскажут о беременности, подготовке к родам и о первых месяцах с младенцем. Те мамы, которые уже пережили встречу со своим малышом, поделятся опытом с теми, кто еще только в ожидании чуда. Меня зовут Анастасия. Я являюсь руководителем православной школы мам при храме Рождества Христова. Хочу пригласить на наши занятия всех мамочек, желающих узнать больше о развитии своих детей, как внутриутробно, так и уже после рождения. В нашей школе ведутся занятия лучшими специалистами, как то акушер-гинеколог, врач высшей категории, специалист по грудному вскармливанию, психологи. Также у нас проходят консультации юриста для того, чтобы мамочки могли получить необходимые документы после рождения ребенка, оформить выплаты для себя. Ну и, конечно же, раз в несколько недель к нам приходит батюшка для духовных бесед, и мамочки могут задать ему свои вопросы. Добрый день, меня зовут Наталья Чеботарева, я являюсь консультантом по грудному вскармливанию, по естественному вскармливанию, а также помогаю мамам с вводом прикорма, завершением грудного вскармливания. И в нашей школе мам, которая находится при храме Рождества Христова, я читаю различные лекции. Также, если такая необходимость есть, я помогаю мамам индивидуально. Это такая хорошая, мне кажется, замечательная возможность принять участие, получить бесплатную помощь, получить мнение специалистов. Приходите, посещайте, мы будем только рады. Меня зовут Мария. Я прихожанка храма Рождества Христова. Это очень интересная школа. И даже что у меня уже был второй ребенок, я ждала, но очень много опыта узнала нового для себя. Приходите к нам в школу мам, у нас очень интересно. Детки всегда заняты чем-то, играют, хоть они и маленькие, чуть постарше. Вот. Как бы всем будет интересно. Мамочки наберутся опыта и информации, а детки между собой поиграют и пообщаются. Все желающие могут записаться по номеру телефона, который есть на сайте. Мы всех ждем. Встречаем. Занятия проходят в субботу в 10 часов, сразу после службы. Приглашаем вас, наши дорогие мамочки.